как бы не силой толкайте, а возвращайте обратно за счет движения, обходя направление. И как только вы вернете, вернется к вам сила ваша. Сразу позвоночник зашел. Ну, этот раз я не запустил как бы. Да. Тоже. То есть, ну, как бы есть, как оно работает, потому что люди потом вот смотрят, да, об этом DVD, а не продается. А нужно понимать, что работа какая была проведена, ну, как мышцы заставляла работать человек, да? Ну, понятно, где? Возвращайтесь в исходное положение. Вот. Но не давите силой. Видите? И вы будете иметь силу, и человек теряет силу. Ну, пожалуйста. А здесь только двое были в среду. Ты им и... Да? Больше никто? Да, наверное. Значит, то есть никто ничего не понимает. Если вы будете правильно делать, да, ну, бывает тоже терпения не хватает, поддавливаешь там. Вот. А так нужно, в принципе, обходить это напряжение. Так на каждую ногу. Миш, видишь, не падает. Угу. Да. Ну, потом таким, ну, как бы, научите тело работать и реагировать на эти самые, там, на удары. Тело научится реагировать и давать так, что, ну, не будет такой нагрузки. Понятно? Как бы вы ни ходили, да, потом не двигаетесь, куда-то не сама реагируете телом. Как жена дома обнимет?